в Николаеве с каждым днем растет грузопоток, да? Едут фуры, и этим они разрушают инфраструктуру города. Как решать эту проблему? Да, это проблема на самом-то деле не только Николаева, это проблема всех припортовых городов. Вот, я, будучи депутатом Верховной Рады, предложил законопроект, который сможет позволить отстроить всю припортовую инфраструктуру. Этот законопроект меняет бюджетный кодекс, часть портовых сборов, которые собирает АМПУ, должна идти на восстановление припортовой инфраструктуры. Этот законопроект есть, я его по наследству передал уже настоящим депутатам Верховной Рады от Николаевщины, и я буду надеяться, что они смогут этот закон провести, и Николаевский регион, Одесский, Запорожский, Донецкий регионы, Херсонские могут получать деньги от чистой прибыли, часть чистой прибыли администрации морских портов, и эти деньги вкладывать именно в припортовую инфраструктуру. И тогда развитие самого города и развитие порта, цели будут совместными. Очень важно, чтобы люди не ощущали дискомфорта от того, что рядом у них есть порт, и он развивается, чтобы они были заинтересованы в развитии. А на сегодняшний день, к сожалению, получается все наоборот. Чем больше грузопоток, тем больше люди получают дискомфорта. Вот, поэтому я уверен в том, что наши настоящие народные депутаты смогут пролоббировать этот законопроект.